Привет, ребята, с вами Илья, и вы на моем канале. Сегодня у нас распаковка моей новой таболапки. Сейчас покажу. Хранится лапка моя вот тут. Вот, как выглядит моя лапка. Сейчас я ее достану с пакета. Все. Лапки. Вот, это моя новая таболапка. Вот тут украшение и тут украшение. Полин, покажи свою лапку. А зачем вам показывать? Илюха, отдай. Илюха, сундук мне. Вот. Вот как выглядит Полинина таболапка. А Илюхи? Вот. Илюха, а почему твоя без украшений? Да я вот, украшение тут. И вот. Тут шарики и звездочки, а тут бусинки и эти. И Илюха, я достать не могу, потому что придется очень сложно обратно засунуть. Да, вот. Как выглядит вот Полинина лапка. С динозавриками, шариками. Она, кстати, со мной поделилась вот шарики. И еще бусинки. Илюха, подожди, у тебя больше лапка. Давай померим у нашей лапки. Давай. О. У тебя больше, Илюха. Ой, тихо. Ой. Ничего страшного. А иди почему? Ложка, Илюха, это бери, если хочешь, бери. Спасибо. О, почему-то моя лапка очень большая, а под ним она маленькая. Хотя у меня первая, самая первая лапка не выглядела так. Да, Юта, блин! Юта! Все, все. Моя лапка, кстати, липкая. А Полинина? Тоже липкая. Ой, украшение. Вот туда. О, все. Сейчас положу обратно лапку в пакет. А, украшения мои. Все, я сложил лапку, вложу ее в коробку и закрываю. И закрываю. А это я все храню. Вы увидели мою и Полину лапку. Полина тут хранит, кстати, свою лапку. Сейчас положу твою лапку. Вот как она выглядит, еще раз показываю. Всем пока!